Всем привет, мы продолжаем. Что такое? Да, я ж, блин, помнишь, ныл то, что теперь где мое оружие, куда я всрал свои деньги, оно оказалось, что за террорист. Я хотел... Ладно, тогда я сейчас куплю что-нибудь. Я куплю... карабин G36, бам. Да, кстати, это о, да, новый режим. Это новый режим и новая карта. Правильно? Правильно. Да, я нам тачку занял. О, это что, Dodge? Или... Боже, что за музыка? Ты со мной за рулем? Да, давай, поехали, Нига Бич. Такая музыка играет, слушай. А куда ехать? Ладно, едем. Вперед! Только вперед, едем. Только вместе. Да. Так, тут можно вылезти из окна, блин. Я вылез, слышишь? Да, а ну подожди, у меня есть идея сейчас. Сейчас нужно. Не надо меня закрывать об этом. Нет, нет, тут как в АПБ не получится. Блин. Нет, нет, это не забаганная игра. Тут хорошие ребята делали игру. Так, мне нормально слышно, да? Давай. Эй, братюнь. Прости. Меня убили. Фух, как я его красиво вынес. И меня взорвали. Я сам себя взорвал. Аллах, бардюр. Отлично вообще. Так, хорошо. На тачку. Я сажусь. Я, кстати, до серии я купил себе палочку, как у Эйдена Пирса. Ты сел ко мне? Нет. Не стой. А мне кто-то ублюдок сел, он пошел вон. Тихо, хорошо. Он на меня орёт, чувак, он мне стреляет. Поехали. Слышь, а чё это четырёхдверная, а та... Давай, он меня взорвал! Садись. Стой! А он тебя чинит. Мразь. Он со мной есть? Какая музыка. Какая красивая тачка, слушай. Такого... Выйди, посмотри, такого не было. Он уедет без меня. Да насрать. Чё ты, падла? Я его сейчас убью, подожди. Какая красота. Смотри, он не выдержит такого. Ты смотри, сдай назад вовремя. Смелый Нелли. Типа, кто... Он не вылез? Нет. Ладно. Парень, хорошо. Я пойду. Подожди. Пешком. Хорошо. До конца, парень. Ты сейчас не выйдешь просто, ты на камне. Ой. Он ведь предупреждал. Братюня, то он ведь предупреждал. Надеюсь, меня кто-то услышал. Чё? Ты ж Дариус Бир. Чё ты мне сказал? Блин, со мной, опять! Так, нет, это не он. Пешком. Он со мной, я выпрыгнул. Ты где? Блин, я с ним. Чё, уехал? Смотри, Корн Юат. Ну тут по-любому есть русскоговорящие. Это хорошо. Но он умер. Мне интересно. Он умер. Мы... Все русские умирают. Зря это сказал. Но он не русский. Ладно, идем пешком по пустыне. Да. Он кого-то... Не, он... Надо мне вертушку. Он нагибает, смотри. Да, какая романтика, слушай. Мы идем по пустыне. Прекрасно. Сейчас свою девушку себя приведу обязательно, как заведу ее сперва. Моя вот, на моя управляет сейчас. Да. Б, это ж нужно... Да, кто не по понял... По нам снайпер стреляет. Да, кто не понял, пока мы вот этой херней маялись несколько минут, сколько? 4 минуты. Здесь нужно угнать машину. Есть вот точечки, вот Д, вон, Е. Вижу врага. И подобные. Хочу и нужно, нужно угнать машины эти. И кто быстрее, это блин. Слушай, за нами машина приехала. Один выпал. Один умер. Его убил, да. И, второй, в общем, умер. Кто быстрее взорвет вражеские машины или доставит свои, тот третий и умер. Вот, да. Тут можно даже... Четвертый умер. А хватит. Сейчас забанят. Да, нам не привыкать, подожди. Нас постоянно банят. Вон еще бегает. Впереди. Ты ж не забываешь, что снайпер тут палит где-то. Я просто АК купил, ты не понимаешь. Да хватит. Минус 5. Сейчас накаркаешь, и будет у тебя... А, сейчас такой счет при... Подожди. Ты ж, братюнь, ты че, умирать не хочешь? Минус 6. На вертолете прилетел. Да. В смысле?
Коромысли, блин. На наш или не наш? Не наш. Вот бы тут зайдите базуку. Да-да-да-да-да. Давай, убей его. Убил. Блин, как он упал. Тут такой вещей же бежит. Пропусти меня! Да. Побежали. Побежали. Ты не туда бежишь. А, я понял. Знаешь, как мой стрик закончится? Ну? У меня патроны закончились. Сюда снайпер стреляет. Вон снайпер. Где? Кстати, вертушку, прямо на А. Вертушку можно сбить с оружием. Вот! РПГ, чувак, брат, для тебя! Тут гранатометчик хренов. Вон падает, чувак, где упал? Вижу. Патроны закончились! О! Ой, его кто-то убил. Кто его убил? Можешь оружие поменять, да? Все, я себе патроны пополнил, у меня репутация повысилась. А-а-а. Что-то там пишет. Разель! Интересно, ну водилу можно убить 100%, если тут с оружием убивается... сама техника? Ай! Нашел тут снайпера бывшего. Мне кто-то оружие потерял. Так. Тут можно, кстати, и ставить всякие... Блин! Растерялся! Эй, не ори, пока я рассказываю. Можно няшечки ставить наружу, но пока они недоступны. Когда мы станем папками, и когда у нас будет вообще будем тащить, вот тогда можно будет... Стань! Все. Я нормально. Вырываемся. Он бежит. Ой, тут кто-то вор... А ты кто? Я думал, ты труп! Ворвался. Нихрена. Я думал, он труп. Меня опять какой-то... Чуть ли не Иисус убил. Он меня убил с оружия, не с дальнострельного, еще и с глушителем. Это прям... Читер! Читер! Ты где? Я за тобой. Бегу. Ты у нас сегодня тащер, я за тебя. Тащер такой, да? Да блин, мне еще не нравится, но мелкий. Даже не можешь быть восьмым. Не вопрос, сейчас буду. Вот это мы что, за нигеров играем или что? Я не понял. Ну, как бы да. Мадафака! У! Бу! Ма. Так, побежали. Тут это отельная зона, тут опасно. Тут мы на простреле у каждого. Кто здесь папка? Нелли. Нет! Так, все, побежали. Нелли встретился с проблемой. Какой? А чем мы машину не уничтожаем? Когда я тестировал вот эту вот карту, я тогда вообще, блин, так смешно бил. А сейчас никакого юмора вообще. Давай на машинку сядем и покатаемся. Да, сядем, катаешь, когда я зайду в игру. Че, вылетел? Ой, ну ладно. Да, помнишь, эта фигня, как у тебя была? Какая? У меня много фигни это было. Ай. Ну, знаешь, когда мы у тебя были... игра просто закрылась сама по себе. А, да. Но после этого, вот после этого баги... еще написал, что плагин краш. Да, еще плагин написано, что краш нался. Это интересный, конечно. Слушай, я только что наблюдал, как русский бьет ногами и битой лежачего чувака. Это русский. Счастливый ассасин. Да. В общем, баги тут, ну, как таковых. Да. Багов тут нет, но есть вылеты. Это... Ну, короче, у меня очередь небольшая, поэтому я зайду быстро, я думаю. Человек 10, да? 3. Ой, 30? Да, 30, встретимся через серии 5. Быстренько зайду. Да. Очередь тут, да, очередя просто вот километровые. Всем хочется поиграть. И я людей понимаю. Хоть половина... Ну, так это тем более первый день. Да, половина из тех, кто сейчас играет, будет еще больше. Первый день, вот кто сейчас играет, это половина 100% ютуберы. Потому что, блин, не ютуберы еще не скачали. Или им просто насрать, и они где-то скачают все юмового числа. Я вот подумал над покупкой этой игры, но потом, блин, реально передумал. Ну нахер. Ведь. Ну а я с самого начала сказал, что она мне не понравилась. Ведь тогда выходит.
бля, кому-то. GTA. Спустя сколько? Неделю, да? Нет, две недели. Грубо говоря, нет, выходит GTA 5. После релиза вот этой игрушки. И вот это я уже купил. Блин, о, походу этот человек красиво убил. Два человека в очереди, походу первый сдох. И не может пройти дальше, блин. Сдох, да? В очереди сдох. Ну а прикинь, если бы так было, он такой грузится, его инет сдыхает, и он застолбил очередь. Все, никто больше не зайдет. Нет, я просто представляю, в туалете такой был, зашел человек, там сдох, и все ждут уже. Час-два. Да. У тебя юмор какой-то странный. Все сдыхают. Я знаю. Хотя в последнее время я и сам подшучиваю. Очень глупо. Это все универ. В школе, когда нет, я был, все, я так, это я все Украина. Так не учил. Что? Это все Украина. Да. Но только у нас да, можно. Это все давит, это все давит вот просто. Да, вот я просто недавно у меня с чуваком с России разговаривал. Я его не знаю толком, и спросил, типа, что у вас там такого. Ну, я сказал, что все нормально, там часто убивают, все хорошо, в принципе. Потом он как-то начал расспрашивать еще более. Ну, я решил так прикольнуться. Я говорю, подожди секундочку, мне сепаратисты ворвались в комнату, сейчас пойду разберусь. Ну, и чувак решил, что меня убили, и походу сбросил. И написал удачи тебе. Да. Я что-то ты вот это сказал, я что-то вспомнил, когда-то был, не помню, стример какой-то американский, которого сват повязал прямо во время стрима. Он стример CSGO, забегают сватовцы, вяжут его, ну, дверь ломают, забирают его, и все, и не больше, и никто не убивает. Чувак, он враг. Да ты шо? Вот там вот все. Меня ассасин вот спас. Я знал, что меня ассасины всегда спасают. Я ж мастер ассасина. Да блин, что-то G36 вообще не может дострелить. Как и блин, твой нужно калаш поменять тоже. Прицел. Побежали, не, порвем. Не могу попасть толком. Пошли, пошли, пошли. Нет, да я слева, ты справа, он сейчас в левую сторону идет. Ай, блин. Да ёбки. Смотри. Братюнь. Нашел. Ты где? Да я убил его. А. Ладно, вот гол. Так, дальше. Блин, как он раскорочен лежит такой. На эти биты. Мразь. Эй, у меня ж не биты, у меня ж была палочка. Ладно. Вон машины две едут. Ну ладно, второй раз так у меня. Опс! Ой! Опс! Давай, давай. Я. Пошел, пошел. Слышь. Слышь. Техника побита, ха. Но я одного убил. Одну машину взорвал. Я машину взорвал. Да тоже. Я ее взорвал куда-то. А? Ну, мне засчитался один килл оттуда. Может, я убил этого тоже внутри, кто сидел. И дали арест, типа я забрал эту машину. Лол. Боже, что мы за нигеров играем, Мотафака! Бич! Убивай, убивай! Слышь, похоже на... Кого? Да вон, смотри. О, бензовоз едет. Похоже на... Голос похож на Франклина из GTA 5 такой. Мотафака! Бич! А, у меня патроны закончились. Пошел нафиг. Так, что-то тут лежит, да? Арбалет вот здесь где-то. Типа... Ай-ай! Кто мне... Это не арбалет. Стреляй. А, с тачкой? Офигеть, боже, ничего, возьми, встань, возьми, стреляй. Не, кот, не ори. Вот у тебя его собака, блин, у тебя собака, а у меня кот. Он меня бесит. Он меня... Не, такая няша не может бесить, но просто иногда раздражает. Блин, во что я сел? Сел? Дерево, да? Лучше бы в него сел, чувак. А во что ты сел? Я сейчас тебя заберу. Ты сел в Battlefield Hardline, вот во что ты сел. Ох ты, во что ты сел, пошли. Это ж на... В клуб, поехали. А ты где? Это ж... Я вот за тебя сижу, дуртур. А ты? Поехали. Поехали, за ним. Я сейчас вылезу, как Гэнстер Щит. Буду отстреливаться, йоу. Бич, он взорвался, это я сделал, да. Кто здесь папка? Ой. Следующий. А, еще один. Давай, сверху, по-папски. Да, блин, сдохни. Спасибо. Выходи, сейчас взорвется. Беги. Выходи быстрее, пожалуйста, давай.
Вон, смотри, вон, заходит в аптеку. Аптеку? Не знаю, а, в это. Это не аптека, это динер, блин. Обходит. Убил. Красава. Я убил. Кто красава? Я красава. Все красавы. Чё ты левитируешь? Ты чё, Иисус? Чё-то ты в последнее время странно играешь. Чё левитирует? Может ты читер? О! Дополнительный магазин, вот, отлично. Тут толкан кто-то разворотил, слышь, иди посмотри. Я случайно. Ты разворотил толкан? Батичи, батичи это по-любому. Бати. Да. Все-таки те пельмеши были просрочены. Так, вон Дэнни. О, снайпер, снайпер. О, точка, точка, хочу здесь, хочу здесь. Снайпер. Поехали на тачку. Блин, жалко, нельзя, нельзя сломать. Они украли мою тачку! Блин. Ай. Почему? А мне снайпер стреляет. Блин, мой живот. Так ощущение, что кто-то мне вылазит из живота. О, все, отпустило, блин, вроде. Как это, блин, это в Люди в черном было такое, помнишь? Ага, это момент. В чужом было. А, точно! Ё-моё. Я, короче, вы куда уехали? Пока схватился за живот, нажал В и включил этот режим Burst по одному патрону. Тебя можешь похилить? Да, давайте похилю. Хилься. Умудрился кого-то убить. Сейчас, подождите. О, едет, едет говновозом. Сегодня у меня патроны, слишком много сексуальных звуков, блин. Сексуальных? Я, блин, от боли тут корячусь, а ты сексуальный. Чё по крышам бегаем? Чё? Это типа как по коридорам, да? Не бегайте по крышам. О, дабл килл! Ещё гранаты кого-то убил. А кого я ещё гранату кидал? Вот, вот, граната сама может кинуться. У меня так было, я сам себя когда-то убил. А, да-да-да. Я помню. Побег по крышам. Да. На перехват, два, ловим, ловим. Стулья, стулья. Таскаем. Блин, я с пистолетом сейчас хрен что перехвачу. Ты куда тут пошел? Брат, я тебя спасу. А брят, ладно, умирай. Брят. Не умирай. Я так, нам нужна помощь. Вот. Это что такое? В смысле? Крюк? Крюк. Не понял. А давно кусты двигаются? Кусты давно двигаются? За кусты что двигался? Он бегал. Я не знаю, зачем я это сделал, ну ладно. А если в машину крюк? Я уверен, что этот куст бегал. А, вот. А если в машину крюк? Нет, плохая идея. Try this. Куст вышел. Motherfucker, bitch. Ты не с тем связался, бро. Подожди, меня, брат. Поехали. Озвучка тут, конечно, интересная. Все, я в тачке. Чувак, я возле тебя. Меня. Я с тобой. Я с тобой. Блин. Пошли тачку заберем. Вон, вон стоит. Оранжевая красавица. Продадим. Подожди, бандим. Подожди. Тут наших убивают. Давай. Где, давай, торгуем, торгуем. Все, поехали, поехали. Я Let's go. Музыка какая играет. Йоу. Там стреляют по нам. Нига, бич. Ой, бампер. Отдайте мой бампер. Блин, чувак, мы ее не продадим за нормальную цену. Ой, там их двое. Вон впереди две тачки. Хаюшки, блин. Ой. Твою мать. Берись, берись. Обратно. А, обманул, обманул. Чё сигналку включил? Он по-русски сказал что-то? Я факт показал. Офигеть. Игра мне нравится. Я... Блядь. Её... Блин. Ты сможешь резнуться по мне. Не, не смогу. 8-2, я неплохо отыграл, не того, что я вылетел. Так, еще или... И... Или тут уже закончилось? А сколько у нас минут уже затянулось? 19. А, давай еще. Давай еще одну скатаем. Меня живот вроде отпустил, сейчас папка вернулся. Так вы кто туалет разнес? Надо вот так вот. Сейчас, смотри. Подписывайтесь. Ой, да. Блин, не успел дописать. Черт. Ну пусть знаю, что тут играют. Деловой центр, угон. О, интересно. Ой, очень интересно. А мы на этой карте уже были. Мы-то были, но... Нет, мы тут не были. Мы тут не были, чувак. Это карта из батлы, из первой беты. Она же была единственная.
Вот это. А, точняк, там же еще был этот кран, где я прыгал и упал случайно вниз. А сейчас крана нет, по-моему. Без парашюта. Так, я куплю себе шприц выживания. Блин, я сейчас сижу, махаю пальцем, типа в меню заказывают, в ресторане заказываю что-то. Блин, опять у меня не за тех, кого надо. Как ты не за тех? А денег у меня не хватает. Сейчас я помешу. Ну, ребят, если будете играть вот в это и вообще в батлу, в хардлайн, лучше вот на вот этом вот моде прокачивайтесь. Ой, все, вы же уже трупы, вы же знаете, кто пилот, а? Твою мать, я выхожу нахуй. Да не, я хороший пилот. Но только я вышел, нет, я понял. Тут нет пулеметов, поэтому я сваливаю. Я тоже сваливаю. Слушай, какой вертоль? Такого не было. Он реально красивый. Иди посмотри. А ты где? Я улетел от меня. Я упал. Нет, свои. Что такое? Я, короче, стреляю просто в машину, и теперь думаю, чувак падает, чуть не сдох. Ага. Не наш, ты бы это видел, как он упал. Так, все. Я думал, что он сдох. Батя тут. Давай, что? Они катаются. Вниз, вниз, вниз. А-а-а! Кран? А, вон, падает, смотри. Попал, давай. Ой, я сейчас, у меня прям вот ностальгия нахлынула, я вспомнил, как мы первую бету играли. Сколько там угара было с этими баганными гранатами? У меня только что... Так! Экран начал! О! Машина, стреляй в неё! Стой! Что, за ней прыгнул? Да! А чё, нет? Ну, он на 90 метров уехал. Скуда. Нет! Это враг! Нашего убил. Вот мразь, а. Давай подождем его обратно. Будет ехать его. Схватим. Ой, сзади. Надо какой-то другой этот выбрать. Я тут, по-моему, снайперку еще не показывал, да? Да, ну. Похожу, да, давай, снайпой. Да, тут просто я показать, как попробую. Она выглядит. Лифт, поехали. Смотрите, вот так снайпа выглядит. Зум тут. Сейчас так похили. Зум, ну сколько зум? Наверное, 8. Дай, послушай музыку в лифте. Так я не чувствую, что война. Ну да, да. Это ж в нескольких трейлерах даже использовалось. Это. Все спокойно, подожди, нужно спокойно. Найти арбалет. Арбалет. Да, но тут здание нужно. Хотел. Вот бы, чтоб под нами есть. Вот это бы базука, эту, блин, вот эту карту сделали бы в четвертой части. А, вот, сюда давай. Батлы. И вот было бы очень красиво. Куда мы идем? Чувак! Вот арбалет, смотри, помнишь это место? Мы здесь с тобой раньше были, здесь кран был. Так, конечно, помнишь. Так, бери арбалет и вот. на кран. Или вон, на вот то здание. Какое? Вот. Там, где ЦРБ написано. Сейчас. Вспомни, ближе вот тут, стань ближе. Ты чё, дебил? Что ты сказал? Ой, блин, потом послушаешь, что твой перс сказал. Нечто непонятное. О. Так. Во, я помню, да. Вот здесь вот читерили. Ну, читерили. Крыси. А ну? А куда это я попал? Ну, смотри, как я пойду сдохну. А ну. Сейчас вверх и вниз сразу так будешь кататься, да? Ну да, я только сделал себе путь, да. Не туда, короче. В обратную сторону. Ну тогда давай сюда. Мы раньше там сидели. Где? Не понял. Вертуха? Не понял. Так, я тогда... А, короче, понимаешь? Смотри. Блин, больно. Все, давай. Я ассасин. Ай. Ой, я крут. Все крутые. Точно! Я ж той части отсюда спрыгнул вниз и начал всех убивать там. Вон там кто-то падает, смотри. Пойду его убью. Сейчас, я хочу пилота сбить на том вертолете. Так, ну, мы тут долго сидеть не будем, мы сейчас уйдем. Просто... У меня патроны закончились, уходим. Подожди, надо хоть одно... Вот. Опа, оставим, что я здесь был, все. И звук такой же, как в кейсе, слушай. Под нами тачка. Ловлю! Да, я косой, я знаю. Так, я тебя вижу, я тебя не вижу. Вижу их. Вижу, пометил. Дубиночка одного! Так, машина над тобой. Упала.
Блин, а обратно как вернуться? Чувак, посмотри, как я разнес! Одного арестовал, двоих убил, я ж просто бог. Арестовал. Ну да, на Эйдена похоже. Не, ну я говорю, я взял просто, зажал, скрутил, и такой звук наручников был. Так, наверху. Мудак едет. Вижу, вижу, сейчас спускаться, наверное, будут. Блин, как я не попадаю, взял. Я не понимаю. Это кто выпал? Так, вижу тебя. Сейчас к тебе спущусь. И снапа мне очень тачки. Нравится. Ох, сзади тебя... Спасибо, бензовоз! Ой, я повредил. Блин. Технику. Жалко патроны. Я убил! Я убил двоих! Отсюда! Ой, виплей просто. Чувак! Офигеть! Снапа а очень чувак, скорострельная. Ай, блин! Че такое? Я упал. У тебя появился бал, упал. И не надо мне сюжет. Какая война, так спускай спокойно. На обрыве сижу. Так, я буду говорить, где они. Они вот там внизу. Я тебе буду говорить, где они, ты будешь помогать. Ага, с моим скиллом я только взрывать могу. Так. Под тобой. Справа. Вниз, назад. Ладно. Вон он, внизу бегает. Воу, расплющило, пипец. Я прям чувствую себя каким-то комментатором. Так. Я тебя не вижу. Я в здании. Выйди. Все, вот. Дождь. Вышел. Так. Как это еще никакая... Никакой мудак не додумался меня... снять. Ой-ой-ой! Сейчас, подожди, я тут занят. Знаешь, я как крутой парень просто. Но я машина идет со всей скорости, а я стреляю на зажим, и она взрывается прямо передо мной и разлетается на кусочек, я выжимаю. Блин, вот лучше бы это я сделал. Так, чувак, беги в другую сторону. В другую сторону, на точку Д беги, там их много. Я тебя спас, брат. Блин. Блядь. Бегу. Они в здание зашли, короче. Да они повсюду. Да. Ну нет, я пока никого не вижу. Сейчас. А я слышу гам. Так, давай, это... О, вижу. Что-то я разошелся опять, чувак. Давай, иди к точке Б, вниз. Да, иди. И я туда спрыгну, потому что сам я боюсь. И у меня патроны сейчас закончатся. И тут вертолет летит. Выведено из строя. Давай быстрее, мне страшно. Я тебя спасу сейчас, подожди. О, бегут, вниз упал. Патроны на точку Б. Мне оружие нужно срочно другое. Все, я взял другое оружие, побежал. Так, ну, это, тебе это... бегут. Один меня точно. Там закрыли. Там они, короче, это, понял? Штурмуют мой автобус. Я иду, я прыгаю. Я прыгнул и... А у меня спичка стрел какой-то. Так, он я маленький. Тут. Я тут. Но он убивает. Он убивает, чувак. Да, это как мачете убивает. Да. Он убивает! Спасибо за пулемет, братюнь. Это не пулемет, а говнострел уже. А вот там, внизу, такое? Внизу, подожди. Внизу. Твою мать. Лови, бро. Это был гранатомет. Да ладно. Что это такое? И ты помер? Да. Вот ты. Сейчас и я к тебе пойду. Я с тобой. Не, с этого дерьма нельзя на дальние расстояния следовать. Ой, у него гранатомет. Бережно. А прикольно, если нажать перезаряжаться, нажать прыгнуть, то у тебя пропадает анимация перезарядка, но ты мгновенно перезаряжаешься. Да ты вообще лайфхакер. Что падает, что падает, чувак, что падает? Кран упал. Мы это не засняли. Где? Где? Он еще падает. Кран. Он убежали. Он упал. И мы это не засняли. Ну ладно. Еще будет много падающих кранов у нас в жизни. Я своего, кажется, убил. Ой! Мы с тобой растащили, конечно. Знатно так. Это ж команда Cooperative Gaming, бичи. А вы что думали? Чувак, вот он слева. Еще вертолет класса стрелял, по нам стреляют. С нубами какими-то связались или чё, ёпта. Блин, страшно. Страшно! Да, уходи, я разбился. Я увидел.
Ты такой, типа, я никого не достанусь. Да. 6-2, типа, не вам, не мне. Так, вот этим буду ходить. Или вот этим, или вот этим. Так, что? Давай дислокация быстрее. Не пугай меня. О, кран. О, кран. А так разве было именно так? Он бегает, бегает. Не бегает. Да. Хотя мы плохо поступили. Сзади, сзади, сзади. Ай-яй-яй-яй, прыгай, прыгай, прыгай. Прыгай. На кране, на кране. Хипсер, хипсер. Я понял. Нет, не понял. Он сейчас сзади обойдет нас. Он над нами прям. Он вот здесь можно его встретить. А-а-а! Чё там? Вон он тут. Я по... убегаю, короче, прям передо мной тачка вылетает, не наша. Не наш, да, не русская. Оу. Да. Не русский, не русский. Так. Ты где, жив? Жив. Над нами, над нами, над нами. Над нами есть. Да я там только что был, там никого не был. Нет, не на том, на вот этом. Блин, да блин, подожди. Все, пошли, 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 пошли. Слушай, что-то я отыгрываю хорошо. Машину, машину. Берем, 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 мы поехали. Ой, музыка какая офигенная играет. Все, уже на стапе стреляют. Не здесь. Ай, как? Да, водить я умею. А куда ее надо? Посмотри, где у нас здесь выход или как-то так называется. Ну, выход. Налево, ну, там... давай. Насрать. Ой, а что так машин надо показывать? Кто здесь батя? Ты должен посмотреть на мой счет. И понять, кто тут батя. Ну-ка, ну-ка, сейчас посмотрим. Ну давай, давай, давай. Я 14 уровень, бич. И 21-2. Ребят, это стоит лося. Надеюсь, вы досмотрели до этого момента и тыкните это палец. Максимальное количество киллов на карте. Просто батя вообще. Вот если бы еще приставка КГ была, все бы просто знали, что это кооперативный. Сейчас. В чат напишем. КГ бичес. Ладно, КГ на гиб. Да, пиши, пиши, пиши. И тут тогда уже и закончим. Игра, ну, игра, что, мы закончим. Мы закончим пока эту карту, этот режим. Все. У нас осталось еще что? Короче, мы будем просто играть и снимать это, ёпта. Все. Да, коротко и ясно. Да, все. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и ждите следующую серию. Она обязательно выйдет завтра, послезавтра, да. Поэтому ждите. С вами был Ноксвелл и вот он, Нагибатор Неллин. Можете его так называть. Все. Пока. Удачи.